Один из мини-рынков в селе Витязево. Виноград под потолком пластмассовый. К составу жидкости в пакетах с надписями «Вино», «Коньяк» и «Чача» у полицейских есть вопросы. То, что все это идет на продажу, выявила контрольная закупка. Тетрапакет не оригинальный, то есть не маркирован специальной акцизной маркой. По всем внешним признакам видно, что это фальсификат. Более точно состав продукции установит экспертиза. Это совместный рейд полиции и городского управления торговли. Как говорят специалисты, 300 рублей за литр коньяка или чачи в розницу – подозрительно низкая цена, как и 150 рублей за литр вина. В первую очередь, это не стационарный торговый объект, в котором вообще не может реализоваться никакой алкоголь. Во-вторых, здесь нет элементарного соблюдения потребительского законодательства, то есть нет ни ИНН, ни ОГРН, нет... То есть какой хозяйствующий субъект здесь осуществляет деятельность, установить невозможно. И опять же, в первую очередь не имеется лицензии. Полицейским еще предстоит выяснить, кому принадлежит товар. В общей сложности изъято 460 литров продукции. Ее поместят на временное хранение до решения суда. С начала августа вступили в силу поправки в административный кодекс. В десятки раз ужесточены штрафы для физических лиц от 30 до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц от 100 до 200 тысяч. А юридические лица могут оштрафовать на 3 миллиона рублей. В городском управлении торговли считают, что теперь в их распоряжении серьезные рычаги. Рейды по пресечению незаконной торговли алкоголем проводятся в постоянном режиме.